Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» навестили участника Великой Отечественной войны, жителя поселка Барвиха Павла Черноярова. В рамках проекта «С Новым годом, ветеран» депутаты «Единоросса» окружного совета Александр Гусев и Оксана Романовская вручили фронтовику подарки. Сейчас Павлу Елизаровичу 94 года. Во время войны он освобождал Эстонию и Латвию. После армии Павел Елизарович много лет служил в милиции.